Так, ну вот очистили помещение от хлама. Вот очистили помещение, скинули весь мусор. Довольны. Скинули весь мусор вниз. Еще предстоит работа вызывать контейнер. Когда будет контейнер? На этой неделе вывезем. На этой неделе. Ну, хорошо. И тогда на камеру Андрею Евгеньевичу, Виталий Васильевич, освети, какие перспективы развития вот здесь, вот этой территории. Ну, что нам... Есть некое лицо, которое является владельцем, арендатором земли, 49-летним арендатором земли у города и владельцем этого здания. Вот, в теории, если мы успешно создадим успешное предприятие, и у нас хватит сил и средств его купить, мы его можем купить. Сумма желающим может быть озвучена. Вот. Ну и она не космическая. И она не космическая, она реальная, она для Москвы. Нормальная, да. Значит, далее. Вот до этого момента, пока мы решим этот эпизод осваивать, в глобальной волне, вообще, в рамках моего действующего предприятия, арендованного на этом месте, предоставлена вот эта территория, которую мы очистили. При желании ее можно выводить под плоскую крышу и обустраивать по желанию участников. Далее. Плоская крыша для чего, поясни? Плоская крыша для того, чтобы на нее, во-первых, чтобы можно было на нее выйти и сделать там летнее кафе с шоу-румом. И катушки Тесла. И катушки, все, что придумаете. Можем прямо отсюда кушали, сделали браслеты, мы можем взлетать на низкой, на дозволенной высоте. Будем прямо отсюда взлетать, ага. Если сумеем. При желании развиваться, вот делаем мост, сделаем на этой крыше плоской, делаем еще одно здание, один уровень с плоской крышей. Все, плоские крыши, все. Почему? Для меня что плоская крыша? Летом, зимой я чищу нормально снег. Ну, как палуба. Палуба, за которой я слежу, как бы я начищу. Летом здесь тоже плоская крыша. Второй этаж под уровень этого, и на нем плоская крыша. Вот какой второй этаж? Можно контейнеры? Это можно делать не согласовывая. Ребята, вот вопрос, где я, например, могу уже просчитывать в плане своих денег. Я кредитуюсь, что-то буду делать. Что-то мы соберем. Потому что идея народного таксопарка самое главное. То, да. Что желающие участвовать. Люди входят через таксопарк. Через лаборатории, которые у человека есть изобретение, он говорит, дайте мне денег, я сейчас вам сделаю нечто. Мы говорим, денег не дадим, дадим энтузиастам, которые ты будешь становиться руководить свою идею, рассказывать, а мы будем изыскивать силы и средства на то, чтобы получить рабочие действующие результаты. У меня для Виталия Васильевича еще есть подарок. Сейчас, да. Быстро. Давай. Вот в основном именно идея именно эта. Повторяю, что в чем сила народного гаража. Расскажи, что вот эти гаражи уносятся. Да, вот эта территория, которую мы видим сейчас перед глазами, после того, как выйдет вот там, вот, где видим путепровод, оттуда идет пешеходная, строится пешеходный переход для жителей района. Здесь будет городской сквер. И он будет упираться в наш забор, который мы создадим. И то, что мы покажем городу с этой стороны, это мы сейчас можем спроектировать заранее. Катушки Теслы, что-нибудь шоу космическое, да, чтобы оно было красивое, как бы, да, и если мы это сумеем доказать городу, то мы, кроме поддержки, мы ничего не получим. Самое главное, сегодня брошено уже правительством, брошено народу клич, типа, создавайте предприятия, типа, олигархи, мол, мы больше не будем платить сущности, я таких понял, создавайте предприятия, мы вас поддержим. Ну, поддержку получить их тяжело, пока мы не сформируем свои контуры и свои цели и задачи. Когда у нас все будет готовое, и мы будем обществом объединен, самое главное – придумать концепцию, под которую люди будут откровенно… Я досконально не знаю, но Дуйновская идеология, его микрофинансирование, его это вот, как они там эти акции покупают, что-то вот этого типа, чтобы люди понимали, что они вкладываются в собственные предприятия. Не в мое, как все говорят, пришли барыги здесь что-нибудь сделать. Повторяю. Я сейчас держу свой действующий бизнес для того, чтобы хоть вам что-то предоставить. Это я своими силами и средствами делаю. Все остальное, хотите, мы дальше сами, знаете, дальше сами я уступлю. В общем, смотрите, что произошло. Сейчас расскажу. Ярослав показал мне картинку, где серфингист на волне. Да. И сказал, что это какое-то сакральное такое совпадение. Мы увидели это, когда вошел сюда, сразу обратил внимание на это. Да. У нас, вот это платежный контур, который я показывал, да, карточки, да, вот, да, эти, да, браслетики. Да. И мы сделали значки, это было два года назад. Да. Вот, и нам им привезли в коробочке. И я на эту коробочку не обращал никакого внимания. Но собирался подарить вам карточку и значок,
И, а, вот, я сейчас я уже читаю. И дальше, нет, да. И дальше. Я смотрю на коробочку, и у меня волосы встают дыбом. Потому что это, ну, понимаешь, да, тут написано такси. Поэтому, такси, поэтому я вместе с коробочкой. Это да? Физические как бы вот. Признаки. Это у нас руки рабочего класса, поэтому, значит, там карточка, мы, телефон, ее, не, ага, мы ее не будем доставать, она вот в чехольчике тут лежит. Или достать, ну давай достану. Вы пока звонок, а я покажу зрителям карточку. Это криптоключ, через который как раз можно... А, на кассе, в телефоне токены туда-сюда переводить друг другу, рассчитываться токенами и так далее. Андрей Евгеньевич, ну ты, конечно, здесь подметаешь территорию, ты мечтаешь, чтобы карточки были внедрены на кассовом терминале. В каждом такси. В каждом такси, да? Ты вот о чем? Да, да. Ты вот куда подруливаешь. Да. Да? 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 Ну я же... не скрываю этого. Да, ты прям заявляешь об этом, и более того, честно. А значок, что за значок? Это наша компания Armani, ручные деньги. Это концепция без, жизнь без банков. Такая концепция. То есть жить только с наличкой или криптой. Давай. То есть не пользоваться вообще банками. Не пользоваться банками. Да. Ну, мы пока с Виталием Васильевичем потом отдельно... Покажи карточку, которая в каждом такси. Да, мы отдельно потом сделаем рабочую уже встречу, обсудим, да. Как и с чего начать. Да, да, такая карточка, это ваша будет персональная. Угу. Вот, я вам вместе с коробочкой рабочими это руками какими вручили. Да, ну, символично, это все символизм определенный. Вот, и вместе с коробкой. Коробка полезная. Благодарен. Вот. Ну что, ну... Большой подъем энергетический и такой прям метафизический подъем. Чувствуется рождение чего-то очень большого. Наконец-то возможность поставить кучу света, кучу точек съемки, да, разместить даже рок-группу, да, погреметь, поорать. Самое главное, посадить 20-30. Нет возможности, да, нет, да. Нету ограничений жарать крупные сутки. Дурнины. Посадить 20-30 зрителей на пуфиках, на стульчиках. Пообщаться, порисовать что-то на большом пространстве, да, это мечта просто, мечта многих лет. Наконец-то она сбывается, и, как говорится, друзья, вы все увидите своими глазами. Ставьте лайки обязательно. Просто если не проявите инертности и успеете сделать, то и мы тогда пойдем дальше. Потому конечно. Что мы сейчас буксуем, ну я знаю, взял. Но я сейчас для этого финансирование свое буду вкладывать в дальнейшем, чтобы надо платить деньги за эту аренду. Его, чтобы нас не попятили, его надо, мне надо... Да, отвечать. Выживать. Выживать. Поэтому я выживу, и вам это все, потому что уйду я, и вас отсюда, если вы не успеете зафиксироваться здесь, попятят так же, точно так же самое. Поэтому надо понимать, что надо, время работает на нас. Нас. Да. Все, на этом стоп снято, дорогие друзья. Спасибо Завершу. Всем. Да, все. Работайте, как мы, работайте лучше нас. Так, Ярик, если тебе это самое, что я сейчас звонка буду ждать от этого телефона. Да, сейчас, секунду. Все, дорогие друзья, на этом мы завершаем трансляцию. Большое спасибо, начинается чаепитие, но уже суета это с телефонами, компьютерами. Подождем, когда будет работать нормально интернет, трансляция. Да, понедельник, вторник, я явился нормально. Да, на этом стоп снято, спасибо. Решение по интернету я принял, там вчера вашу переписку увидел, но мне нужен статический IP-адрес, здесь будет городская IP-телефония, вот, поэтому я заплатил 11800, и 1800 будет канал нормальный этот мегафон. Замерено, здесь все уверенно. Все, стоп, снято.